Вернувшись после путешествия по европейским странам, российский турист обнаружил на теле характерную сыпь. После проведения анализа биоматериала выяснилось, что пациент привез с собой стремительно мутирующий вирус – оспу обезьян. Этот случай стал первым зарегистрированным случаем оспы обезьян в России. На самом деле, в 1959 году была аналогичная ситуация, когда турист из Индии привез натуральную оспу в Москву. И тоже его выявили не сразу, то есть он сошел с самолета, пошел в Москву и в общей сложности сконтактировал с 9000 людей в том или ином как-то местах. Но даже тогда, когда пришла в Россию, в Москву, заразная, натуральная оспа, власти Советского Союза на тот момент очень эффективно выявили всех контактеров, изолировали, поместили на карантин и не допустили вспышки заболевания. Оспа обезьян является ДНК-вирусом. Это значит, что мутирует он гораздо медленнее РНК-вирусов, число которых ходит COVID-19. Однако ученые все же озадачены тем, что темпы мутации выше, чем ожидалось. Конечно, серьезные опасения вызывает и то, что теперь вирус стал заразнее. Оспа обезьян длительное время может протекать бессимптомно и при этом передаваться от человека к человеку. Что настораживает, что заболевание проявилось сразу в нескольких странах, причем пациенты зачастую никак не были связаны друг с другом, то есть не удается проследить так называемого нулевого пациента, кто послужил распространителем этой инфекции. И как я уже сказал, возможно, это связано с тем, что болезнь немножко изменила свое течение, и люди становятся заразными до того, как у них появляются первые симптомы. Эксперты подчеркивают, что ситуация находится под постоянным контролем соответствующих органов и рекомендуют при обнаружении любых симптомов обращаться к медицинским специалистам. Маргарита Михайлова, Никита Атиншин, Универньюз.